Всем привет. Ой, ай, ну, ай, ай, ай. Ну и всем привет, ребят. С вами я, Анацка. И в этом видео я вам расскажу все про Толчкина. Ну, а ты не забудь подписаться, тебе аж фото подсказывает. Поставить лайк. Комментировать это видео. Я не боюсь, что-нибудь попадется. Поделиться этим видео с другом. 8 марта. С 18 марта. И не забывайте. Ой, спойлер. Спойлер. Ну. В этом видео я вам расскажу про Толчкина, или я это уже говорил. И я, наверное, расскажу, откуда же он появился, кто его создал. Это вряд ли. Еще. Я покажу все мои сохраненные скины в Chicken Gun. Все так почему-то делают. Ну и я тоже решил так же сделать. Главное, меня хорошо было слышно. Ну ладно. Кстати, всех с праздником. Воссоединение. Сила Крыма. С Россией. Ей. Извините, что я заикаюсь. Просто мало речи. Да. Просто. Вот, начинаем. И будем. Давайте сперва я вам покажу все свои сохраненные скины. Сохранить скин. Кстати, подсказываю вам, что у меня скоро ролик про концепты. Он в плане самый последний. Это у меня столько много видео на выходных про группу парня, то есть на каникулах, СМР. И такие вот шорты. У меня там много идей вообще появилось. Очень много. Я надеюсь, что на каникулах они все исполнятся. На главном просмотре немного. Сохраненные. Почему тут я в конце? Мне вот это бесит. Мы первый скин, конечно. Это манекен, чтобы делать другие скины. Макака. Обезьяна, блин. Привидение. Красный чикен. У меня вот нету скина ходивать. Без комментариев. Мамичек. Он мне вот нравится. Только жалею, не могу поставить. Он не хочет скин. От старый мой. Он мне очень нравится. Хочу прям вернуть. Мумия. Для фильма. Пускай почистит зубы сперва. Зомби. Зубы. Кстати, я, кажется, тут заметил. Зубы тут. Ну, это типа прорвано. Тоже. Нет, это его типа скелет. Не хочет, блин, я смотреть. Скелет. Как манекен. Типа, это манекен. Скелет манекен.
Я убью шапку. И, кстати, кое-что заметил, смотрите. Когда мы берем... Сходит человек. Я почему-то доктор. Почему я доктор? Вот объясните мне, пожалуйста. Я типа где-то работал. Вот. Ну я же его не одевал, типа. У нее и последнего не было из людей. Ну ладно. Мы сегодня про будем говорить же про Толчкина, не про эту вот фигню. Сперва нам вот разработчик делал много пасхалок. А другие, возможно, не пасхалки. Возможно, что-то не связано с точкой. Вот это. Вот такой вот Толчкин. Кстати, смотрю, который пальцы или лайки. Это вот еще нам добавили такой Толчкина. Кстати, вот еще нам добавили в этом обновлении хвост такой. Я его не буду сейчас показывать. Найти вот эти тут обращение про Толчкина. Тут все нужны. Вот, вот эти вот нужны. Тут смотрите, какой клюв. То есть это шапка. Вот, другая. Такого клюва, такой шапки нет. Вот. Берите вот эти вот наушники. Смотрите, просто такого нет. Реально. Ладно. Потом говорю об хвосте. Хвосте. Вот. Еще нам добавили кое-что еще. Вот по сценарию у нас следующая пасхалка, которая в буфе. Вот Мангиган, зачем я сюда поставил? Это обзор моего превью сейчас. У нас вот, вот я поговорю про их нет. Вот. Такие пятна на том трифу. И так далее. Кстати, я прямо сейчас реально пью квас. Я всегда перед вами пью квас. И кто олд, тот помнит, что в будке спавнился сиреноголовый. Там есть... Вот. Давайте в конце зайдем к этому сиреноголовому. Там очень много чего я вам расскажу. Ну а сейчас мы отправимся на том 3. Вот именно.